Значит, я съездил по-быстренькому, как говорил, в Нью-Йорк, туда-обратно. Вот, приехал, заняло у меня это 3 дня. Уже обратно я приехал к Дону на ярд. Паша тут уже двигатель вытаскивает. Пойдем посмотрим, что он там собрал. Что-то там шипит у него. Опа. Эй, хилбилы. Хилбилы, ты где? Вот они, значит, поскидали его тут. Коренные. Гильзы вставили сюда. Сейчас посмотрим. Паша его намыл, его начистил. Ой. Ну что, дядько, як с правой? Як и слева, так и справа. Ага. Працюємо. Працюємо, я смотрю, ты как этот. В камуфляжной форме весь одетый. А, готов, готов. Наши придут, а я в форме уже готовый. Да, и уже все нормально. Так, ну что, брат Павел, а это что ты делаешь? Объясни нам. А? Это что ты делаешь? Я сейчас зачищу, покрашу трубы. Какие? Ну вот это идет воздушная, это водяная. Чтобы блестели, что ли? Не то чтобы блестели, чтобы коррозия ее не брала. Все думают, что красят для красоты, а это для того, чтобы коррозия ее не брала. Господа, вы же как-то определяйтесь, ну. А ты на крашенной трубе будешь трафарет писать? Почищено и покрашено. By AAA Transportation. Обязательно. Да, чтобы все знали, что принадлежит вот этой компании. Трафаретик я тебе сделаю. Смотри, я сегодня уже коробку снял отсюда. Да. Выкатил. Ой, ты красавелла. Коренные не затянуты. Вчера поменяли вкладыши. Ну еще не тянули ничего. Еще не тянули, поменяли. Да, понял. Так что переворачивать не буду, а то коленвал вывалится оттуда. А? Шестерни делали что-то? Нет, шестерни родные стоят. Ну они... Хорошие. Да, они выглядят хорошо. Процесс идет. Процесс омолаживания вот этой машинки идет. Паша, братуха, можешь тебе помочь им? Ты да вообще без проблем. Я поеду тогда переоденусь, ладно? Да я сегодня выставляюсь, если что, да, там? Ну, хилбилы, как всегда, пицца, шмица, ну и прочие дела, да? Как начинающий моторист пицца? Ну ладно, мы тебе даже кока-колу купим. Как будто ты уже первый этап прошел. Ты, короче, заманил меня, я сейчас поеду переоденусь. Мистер Дон, what is going on? Why is he sitting and talking? Smoke break. He said, in Russia, smoke break all the time. Yeah, Russia smoke break. То есть русский перекуривает. Перед каждой колоссальной работой нужен дважды колоссальный перекур. Okay. А я уже переоделся. See, Mr. Don, I changed to help him. So what did you say about it, that he's changed, like, he's come like a party or something, you know, something like that? Yeah, it's called engine party. Someone got a truck. Oh, Pavel! Брат Павел! Так тебя все узнавать будут теперь, когда ты капот откроешь. He's gonna be recognizable, right? When he opens the hood. Yeah, every time. Дон говорит, что Паша должен открывать теперь капот. Как только где остановился на заправку, сразу открывает капот, чтобы его все узнавали. Так, Паша, сними перегородку. Как ты двигатель будешь вытаскивать? Короче, можно через верх, но я лучше сниму, как мистер Дон сказал. Ты вот эту вытаскиваешь? Как ты...
Как ты на эту высоту подымешь двигатель? Как? Это, если ты форму одел военную, это же не говорит, что сейчас все тебе подчиняться здесь будет. Не, подчиняться это будет по-любому. Да. Просто форклифт есть. Брат, да, куда ты? Так, давай, вы как давай. Бы это? Мистер Дон, он молодец. Мистер Дон, он сразу, он говорит, бум-бум и все. Пиздец. Очень неприятно, брат Аркадий. Давай, кушай. Вот я тебе что хотел сказать. Вот это уже выход готовый для двигателя. Понимаешь, братан? Не-не, я понял. Да. Я как бы вообще не против. Конечно, друзья, это хорошо мотористом быть, да? Но вот если бы моторист шел бы сейчас в обеденный перерыв и покупал бы кусок стейка, да? Какой рибай стейк там или еще что-нибудь, филе миньон. А то идет как настоящий реднек. На заправку покупать кусочек пиццы. Что-то ты не зарабатываешь, я смотрю, на ремонте двигателей. Да? Пошли, я говорю, ты куда идешь, братан? Он говорит, за пиццей. Вот пайку пошел, взял. Все, хватит, это тебе до завтрашнего дня, брат. Да, все, пайка. Да, а че? А че ты думал? Зачет, да? Во всем мире сейчас тяжелое положение, а ты хотел 3 коробочки взять? Нет, 2 хватит. Да. Ну а как ты хотел? И вот этот еще трак, тебе надо поменять двигатель будет позднейше, так сказать. Ну это будет же позднейше, а не сейчас. Так, что мы делаем? Вот, братан, объясни. Короче, смотри, мы сейчас, в данный момент, ну-ка, сейчас откручиваем от генератора. Так, значит, снимаем этот, уводим в сторону, откручиваем от генератора, снимаем отсюда. Понял. Этот. Понял. Отсюда. Отсюда, да? Да, вот оно. Мы его снимаем, вытаскиваем. А где у тебя эта пила вот такая вот по металлу? А, ты хотел все провода так отрезать, да? Вот, вот так, прям вот так. Раз, здесь отрезал, там отрезал, чтобы легче было снимать. Ну, я понимаю, что вот в данный момент и сейчас вот... С таким смакованием это мне сказал. Стебешься, да? Да, 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 да. Вот интересно, да? Гильза. Написано Cummins. А произведено в Индии. Хорошо, что еще купили эти запчасти до этих санкций, которые были объявлены. А то все хана. С Индии сюда ничего не привезут. А сейчас вот Индия, устанавливаем запчасти индийские на американский двигатель. Прогоняем резьбу, значит, а здесь уже шпильку прогреваем. А чё он приехал-то, Паша? Или он просто катается на траке, да? Ну типа да, в магазин за сигаретами поехал. Бензин. See, yeah, this is too expensive, but he using his truck to buy some food. There's a pool guy. В какой магазин ездил ты, Валера? Я во всех ездил. Ты просто сейчас катаешься, да? Why did you get the work for guys? Солярка-то недорогая, первый там. Did you get the work? I didn't come to work. Последние штрихи, да, Паша? Перед, так сказать, выемкой. Мистер Дон! Yo. Another
colored engine, right? Yeah. See? How cool. Ой, 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 красота прямо. Mr. Don, what do you think about the fan? He needs to paint it or what? Yeah. What color? I don't know. Maybe one of this blue, one of this red. Yeah. You done yet? No. He sent Valery to buy a paint. Что ты там так сильно крутишь, аж у тебя дым как будто идет. Ну, скажем, это не у меня, но идет. Идет уже, да. Обязательно надо смазать. Двигатель любит как женщина, чистоту, ласку и смазку. Да. Yep. So going in. See you, mate. Right. Exactly. А тем временем наш художник закрашивает свои ошибки. Я бы так и оставил пятнистую, братан. Я так и ей оставил. Где твоя вытяжка вообще, я не понял. Пошел я, пока камера моя целая. Так, Паша, комментируйте, что вы теперь делаете тут? Сейчас, Акаша. Да. Да ты че, я, блин, его по центру поставил, как мне теперь его? Очень просто, ты можешь надавить на поддон двигателя. Я тебе могу еще досточку притащить. А там она, знаешь, где она? Да. Досточка. Ты, мне кажется, не хватит этой доски. Тащу еще. Какие? Окей. Достает? Куда он денется? Hold on, then I pull it down. Тебе надо его опускать вниз, братан. Сейчас, подожди. Аркаша. Да. Братан, сейчас. Вот это, наверное, мы уберем. Lift it up. Lift it more. Oh.
быстро дом. Let me bring it those lights. You've been walking along? No, I'm just like trying, like, you know, swim. What do you think? Later, put a chain or what? We put the bar on it because you got to pick it straight up, but it's good for now. Is your 401? Probably, it's not mine because I buy it like from like 5 or 2nd or like or 7th person. Yeah, 401. What do I think? Это было не очень просто выдернуть его отсюда, ребята. Целый день ушел на вытаскивание этого двигателя. И вся проблема оказалась вот в этой штуке. Пришлось его переворачивать чуть ли не под 30 градусов. Опускать вот этот конец, чтобы выдернуть его оттуда. Ну ладно, мы тебе даже кока-колу купим. Как будто ты уже первый этап прошел. Ты, короче, заманил меня. Я сейчас поеду. Переделась.